Кофе. Кофе, крепкого, хорошего кофе, да, много. Продолжаем. Улетаю в небе тай, чтобы где-то приземлиться. Сали против и границы, это правда ерунда. И в дороге понимаю, что летим к родимым лица, где дадут воды напиться и запомнят навсегда. Разлетаются ветра на облака, след за ними самолет к небу льну. Провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют. Провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют. Улетаем, 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 уплываем тихо лаем на луну и на погоду, опускаем руки в воду, осеняем пенный след. И в дороге понимаем, что летят не дни, а годы, и сбегается колода на какой неясно свет. Закурчались барашки на волнах, разогналась стадо якорь в волну. Провожающие мнутки в руках, провожаемые песенки поют. Провожающие мнутки в руках, провожаемые песенки поют. Уплываем, 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 уезжаем и не знаем, и негаданная встреча догоняет поезд вечер, и гудками будет ночь. И в дороге понимаем, что, конечно, время лечь, но дай Бог расправить плечи и кому-нибудь помочь. Все бегут куда-то стрелки на часах, на прощанье всего лишь 5 минут. Провожающие мнутки в руках, провожаемые песенки поют. Провожающие мнутки в руках, провожаемые песенки поют. Еще раз. Провожающие мнутки в руках, провожаемые песенки поют. Мы оставляем на вас Леонида Сергеева. Аплодисменты дубовные. Да, Вадим Леонидович, возьмите записочки, почитайте, все время нечего. А очки-то ушли. Леонид, будьте добры, батин. Вы знаете, вот прежде чем, как это уже принято в русском языке, начать, хочу сказать, что полный концерт, где будет и Бакин, и Колоколенко, и секс-шоп, и все остальное, 27 числа ноября с Евгением Быковым, я вот, знаете, действительно, я не так давно после операции, я сегодня прячусь за гитарой Вадима и Валерия Мещуков, 27-го буду прятаться за гитарой Евгения Быкова, вот, но тем не менее, я тренируюсь. Я на самом деле понял после операции, что до 16 века барты все были трехпалые на правой руке. А вот начинать... Правильно.
начиная с 16 века, совершенно ненужно выросли два пальца четвертой даты, но уже никуда от этого не деться. Поэтому вот несколько песен, уж, как говорится, что сегодня Бог нам душу положит, а вот приходите 27-го и услышите все полюбившееся автору. Начнем с этого. Равновесие не держит нашего огонь, словно пьяница шатается в ночи. Только слышен опустевший тары звон, да в кармане тихо звякают ключи. Чуть поменьше тот ящичка с письмом, чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, но впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, развею грусть, среду к обеду назад вернусь. Угасает за окошечный пейзаж, с ним сливается купейный синий свет. Это что же это такое, что за блажь, чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно, и не вдруг, и слова летели струнами звеня. А вдруг на этой строчке и замкнется круг этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, развеять грусть, в среду к обеду, может, вернусь. Отбивает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат, изгибает русло поезда река, поворачивает пьяница назад. Снова поле разлинованным листом, снова дым от сигарет до потолка. Где-то, где-то впереди закрытый дом, где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, развей грусть, в среду к обеду я не вернусь. Не трехпала, я эту песню сыграю. Да мы живем не очень, а очень и не надо. Картошка есть на грядке, а рыба есть в пруду. Но главное, что Сочи столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. Да, стала жизнь короче, зато длинней ограда. И в списке самых-самых я после Катманду. Но главное, что Сочи столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. На это, между прочим, нам дали миллиарды, их, правда, все украли, но нам еще найдут. Ведь главное, что Сочи столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. Еще скажу вам точно, что наши все награды китайцам-американцам их просто не дадут. Ведь это наше счастье, столица Олимпиады, и всем нам будет Сочи в 14-м году. Пусть скептики пророчат нам новые преграды, падение, повышение и прочее там байду. Мы сдюжим славить Сочи, столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. Я мог бы тут до ночи орать вам серенады, но вас не буду мучить, а тихонько так пойду. Сам пойду, не посылайте.
Ну, давайте вот поддержите такой призыв в новую сферу, все вместе. Но главное, что 3-4. Сочи, столица Олимпиады, и всем нам будет счастье. В 14-м году, и всем нам будет Сочи! В 14-м году. Да всем будет Сочи. Вот, ну и, Марита, сыграл. А 27-го тоже еще будет танцевать. Нет, танцевать будет сегодня. Колоколин будет 27-го. Сегодня. В конце 27-го. Милая вы моя, я просто не сыграю ее. Я не знаю, чтобы трамвайного джентльмена. Трамвайного джентльмена? Ну да. Граждан, что ты с сумкой? Не, не вы. Во-во-во-во. Мамаш, ты что, совсем глухая? Да? Оно и видно, нос как у совы. Иди сюда, я место уступаю. А все сидят, всем глубоко плевать, что женщина с авоськами страдает. А и лысый в шапе бросил бы читать, а? Ведь ты ж не в туалете, а в трамвае. Пенсионер, стой! А ты не стой! Возьми авоську, будь примером детям. Эй, лысый в шафе, книжку закрой. Не делай вещь, а бабку не заметил. Сидят, молчат, краснеют. Ну, народ! А где же совесть, контролер ваш лучший? Кто я? Сижу. Так бабушка не идет. Вот приползет, к окошку с разпустим. Бабуля, стой! Ребята, не опускай. Садись, карга, вон место уступилось. Ага, спугались, кто-то наших знает. Мы завсегда шумнем за справедливость. Вот и господи, памяти веселых ребят. Приходите на столик, попоем на веселых ребят. Сейчас пожарные приедут. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где он тут будет. Под тяжкий вздох, слопану стакан, сам себе бог, сам себе пан, в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-ла. А у нас днем с огнем, а в потемках без свечки. Согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Тяжкий вздох, хлопну стакан, сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, там темный лес, в лесу тепло, в дупле тепло. Страну
дураков дураки не вернутся. Им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают басы, кудри по ветру льются. И осталось в войне победить, как всегда. От тяжких садов ровно стакан. Сам себе Бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес. В лесу тепло, в думле тепло. Валерий Мищук, 27 ноября мы все ждем вас на вечер Леонида Сергеева. Это будет необычный вечер. Здесь же без алтаря. Нет, нас не будет, но мы придем как зрители обязательно. Это будет вечер Леонида Сергеева, он будет называться так, вечер авторской балутки. Я вот по поводу предыдущей песни хотел сказать небольшую историю. Я вспоминаю, это одна из балуток, наверное, я не знаю, будет она или не будет в ее вечере. Когда вот маленькая дочь Лены Сергеевой, Ира, поступала в музыкальную школу, то ее спросили, спойте что-нибудь, Ирочка. 5 лет ей было. И она спела, как раз под тяжкий вздох, хлопнул стакан. Это фактически факт. Знаете, и я упал за дверью, комиссия говорит, что там тяжелое, упал за дверью. А я лежал, и когда она вышла оттуда, я... Трясусь, я сказал, доченька, не надо петь папину песню. О, еще как поступила. Дочь уже на 4-м курсе МГУ. На 5-м, да. Я сразу хочу сказать вот по поводу записок, по поводу просит спеть ту или иную песню. Вот мои песни я с удовольствием спою 27 числа, потому что сегодня мы представляем то, что мы сотворили все вместе. И вот эти вкрапления, это просто накладка для такого более углубленного знакомства. С нами же, с тремя дней. 27 ноября. Ты, ну, Ваня, я уже сам понял. 27-го. Оказывается, у меня 27 ноября концерт. Не знал. Не знал? Нет. Не, я отказывался верить. И вот сейчас мы возвращаемся. Песню, которую мы написали в далеком еще 91-м году. Да. Вы знаете, когда... вот тоже маленькая балутка, да. Надо сказать о том, что мы с Валерой бывшие рижане. Вадик не бывает бывших рижан. Да, как и бывшие казанцы. Леонид тоже есть бывший казанец, татарин наш. Да. И вот в 91 году мы приезжаем в город Тюмень и по дороге сочиняем ту песню, которую хотим сейчас вам спеть. И она сказала о том, что, вот помните события 91 года, наверное, Рижский ОМОН. Рижский ОМОН, там, отрицательное словосочетание. Неправильно пострелял, да, и в общем, неправильно себя повел, и всей дружной толпой этот ОМОН переслали в город Тюмень. Они в 3 дня навели мертвую тишину в городе, причем слово «мертвое» — это главенствующее слово. Народ, просто подсчитав выбитые зубы и сломанные ребра, перестал выходить из домов по вечерам, просто. И раз вы повредили, вы только не говорите со сцены, что вы бывшие рижане. Потому что они терпеть не могут. Они ненавидят вот все, что связано, значит, с Ригой, да, с Латвией. Ни в коем случае. И вот концерт в Тюмени в университете, я помню, 4-й этаж, дверь аншлаг, были двери закрыты, чтобы уже никто не входил. Да. Камеры такие стационарные, телевизионные. Такие, да, огромные, здоровые, да. И вот мы... Предпоследняя песня, как поем ту песню, которую я вот сейчас вам покажем, мы только-только ее вот придумали, только сочинили. Да. И в это время ждется жуткий стук в дверь. Ломом такой. Бах! И дверь падает. И мы понимаем, что, наверное, мы проговорили, что мы лежим. Дверь падает, бегает мужик такой с колокольчиком, кричит: пожар! Все вот, мы. Ну слава богу, не ОМОН. И за ним клубы дыма. К песне это не имеет никакого отношения. Но это было боевое крещение, так, крещение огнем. Это одна из наших любимейших песен. Пожар!
вокзал на московском ветру, тихо вздыхая гудком тепловоза, я напоследок ладонь соберу легких снежинок замерзшие слезы. Рижский вокзал приглашает меня снова прожить этот миг возвращения, что происходит недвижного дня. Свет фонаря подари мне прощение, расположение гаснущих звезд определяет поступком границы. Боли орешками щелкает крест Божья птица. Выступают не бывшие, а рижане в прошлом, Вадим Мещук и Валерий Мещук здесь, везде Бухаря. Но украшает их выступление, безусловно, расцвечивает еще одна рижанка в прошлом, Елена Фролова. Я думаю, не надо представлять Леночку Фролову в миру авторской песни. Она очень хорошо известна, потрясающий совершенно голос, потрясающий автор, потрясающий исполнитель. Да, и встреча будет называться
уже не рижский вокзал, а рижский бальзам. Мы хотим сейчас спеть песню, которую написали тоже в 91-м году. Что случилось? Точка возврата нет? Нет. Это что такое? Да. Мы можем написать такую песню. Если надо, мы можем сейчас спеть. Мы можем написать возврат точки. Точка. Нет, уже. Точка. Отчета. Ну, на ходу любую песню. Вы знаете, мы хотим сейчас спеть песню, которую написали тоже в 91-м году и посвятили ее настоящему, тому самому, который сейчас он уже расстроился в Грушинском фестивале. Расстроился. Да, надо сказать о том, что вы не поймете почему, потому что эта песня посвящена именно ему, потому что когда в понедельник в 6 утра они идут на Волгу из своих палаток. В виде балласта их грузят на теплоход. И все дружно, как кто может. По течению, потому что капитаны команды такие же, все по течению приплывают сама. Не приплывают, идут. Идут правильно. Нет, плывут, в таком состоянии не могут. Они могут только плыть по течению. Лет назад эта песня стала песней Грушинского фестиваля. Уплывает пароход, предрассветный дым летает, провожающий народ. Вековые грезы тонут в пенистом кольце, то ли ветер выдул слезы, то ли брызги на лице. Высокая волна с берега видна, а берег плохо виден за волной. И все глядят назад, а солнце бьет в глаза, раскачивая день за спиной. И от печали, от разлук и от невзгод. Кто-то верит и не верит, все правы и не правы. Будут беды и потери выше крыши головы. Высокая волна с берега видна, а берег плохо виден за волной. И все глядят назад, а солнце бьет в глаза, раскачивая тени за спиной. Высокая волна с берега видна, а берег плохо виден за волной. И все глядят назад, а солнце бьет глаза,
и фестивале в 91 году, и нам так понравилось, что у нас стала песня фестиваля, и мы заканчивали свои совместные концерты именно этой песней. Ну, долгое-долгое время действительно так и было, до тех пор, пока мы не узнали, что в ряде городов, в первую очередь Поволжье, да, образовались клубы любителей песни «Пароход». Вот той самой песни. Мы так поняли, что это какое-то тяжелое наследие голода 20-х в Поволжье. Потому что понимаете, что такое клуб любителей песни «Пароход»? Приходят люди к 9 утра, и как отче наш с перерывом на обед до 6 поют песню «Пароход». Диагноз, правильно? Мы решили так, если уж так получилось, помимо, да, потом движение шире начало, да? Потом оно углубилось в Урал, да, потом, я помню, и Хайфа Израиль, да, Германия подхватила, да, Америка подхватила, да, да. Ну, мы решили не отставать от этого, надо его возглавить, мы решили. Поделой. Для того, чтобы развалить, в конце концов. И мы себе попытались представить, как эту песню «Пароход» спели бы дети разных народов. Ребят, вся композиция занимает 4,5 часа. Да закажите. Народов. А детей у народов детей, кто считал? Ну, мы так коротенько, да. Отрывки, да. Да, мы много чего исключили, жалко, да, пережалею. Ничего, придется все вспомним. И начнем мы с того народа, у которого мы с Валерой прожили большую часть своей сознательной жизни. По-моему, на Эстонию намекается. Нет. Эстонцы — это немножко по-другому. Знатоки поймут, да. Акцент. Латыши немножко мягче. 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 Это по-московски. А так мягче по-нашему. Вот. Уплывает пароход, много как много печали. Бедные бабушка с дедушкой от парохода отстали. Спросите дядю Моню, спросите тетю Цилю, куда с привоза побежал весь народ. И вам последний объяснит идиот. Они ведут успех на барах. 7:40 уплывает, 7:40 уплывает. Наш молодый, наш молодый, наш пароход. Ура! Уплывает, уплывает, уплывает пароход. Предрассветный день кидает. Ну и пусть себе живет. Там обжога не на спале. Ах, высокая волна. То ли ветер выдаст слезы, то ли капель. И так далее, вы понимаете. А вот народы продолжаются. Следующего народа нам с вами, ну... Никак, край. Очень хочется быть братским, но как-то... Да он и был братским. Не вечер, не вечер еще. В заповедном лесу я встречал пароход. Уплывающий вдаль и с собою зовущий. Три зеленых гудка пролет над тобой. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Три зеленых гудка. Беловежская пуща. Is anybody going to listen to my story? Уплыв, уплывает пароход. Предрассветный дым, гидинки, дымки, дымки тает. Право провожающий народ. О, щит! Не все смеются, там будет смешные здесь слова. Excuse me. Пароход, c'est très joli, мой пароход. По бассейну собегом тихонечко идем. О, Мари,
c'est très joli, Paris, Curie. Par rapport au Daïtavidio. Когда я узнал, что ты тоже будешь на этом пароходе, я пошел в трюм, открыл нахрен всякие инстоны. Потом я сиганул и саженцами шел в Марсель. И только кошельон, покачивающийся в мутных плодах сены, напоминал нам о том счастье, когда мы были летом вместе у Мары. Безумного дефолта, соло на бубуке, на ваши бубуки, в отчисленщики кидала, попадала васа васа. А грязь толк, грязь. Грека, слышу. Один-один. Сейчас будут элементарные слова, но проще не бывает. Поем все. Птицы. Уплы, 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 уплы. Громче! Уплы, 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 уплы. Цветной бульвар 30. И зовут его не Танюха, а Вася. То есть 27 ноября и 11 декабря.
декабря. И еще 20 начинали рассказывали про свои будущие концерты. До зарплаты стрельнул пару сотен, о зарплате с теплом погрущу. Муха стукнет в окно на излете, я открою окно и впущу. Залетай, переносчик, зараза, мы с тобою сегодня одни. Да не надо докладывать сразу. Вот варенье, присядь, отдохни. А земля вращается с ночи до утра. Муха возвращается, да и нам пора. Маятник качается, дом, работа, дом. Муха возвращается, муха возвращается, муха возвращается. Город гасит огни, заступая на лампы свет, чашки чая дрожит. Чашка чая, примерно восьмая, а секретный агент все шушит. Что хотят, то ладом и не будет, ты с надеждой вокруг не смотри. Потому что нормальные люди будут грознуть опять. А земля вращается с ночи до утра, а муха возвращается, да и нам пора. Маятник качается, дом, работа, дом. Муха возвращается, муха возвращается. Возвращается, стало быть, живем. Мы еще посудачим немножко, как нам жить, если кризис пройдет. А потом я открою окошко и отправлю агента в полет. И придумаю стихотворение, станет песней оно поутру. А потом я достану варенье и с него отпечатку. А земля вращается с ночи до утра. Муха возвращается, да и нам пора. Ba-d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 a-
вечной, на лошадке типа вас, мимо станции конечной, удаляюсь я от вас. Полугрешный, полусвятый, чистокровно сам не свой. Ох, ребятушки, ребята, долго еду я домой. А где тот дом, что в доме дом? Горит очаг, трещит свеча, там у огня сидит родня. Сидит родня и ждет меня. Года на закат, говорят, уже немного, а чего не говорят, позабыв свои обиды, прежние сутолоки дня, приглашают годы гиды на экскурсию меня. А где тот я, где песня моя? Всегда четыре, хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, значит, будет в мире жить. А пока в душе тревога и невидимый поворот, продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, будет день и будет век, но знаю я, что у огня сидит родня и ждет меня. Спасибо вам огромное. Спасибо, до встречи. Не болейте. До свидания.